Это вложик из моего родного дома. Начнем. Смотри, нашел нашу детскую одежду, вот эту вот пеленку. Пиздец, она как после войны грязная. Можно другой стороной повернуть? Тут она не лучше. Нашел свою детскую пижамку. Вот она. То, что надо, собственно говоря. Чтобы вытереть кроссовки. Я в этом спал когда-то. Видимо. Я только почистил кроссовки. Собственно, будем ходить по местам нашего детства, комментировать, и будет весело. Территория первой школы, нашей школы. Вон, короче, школа у нас разломалась, и вон ее забетонировали одну стену, потому что она тупо рассыпалась. Кек. Здрасте. Я хочу пробраться на эту территорию, поснимать футажи. Пойдем с обратной стороны. Пойдем сейчас. Можно паралить. Собака. Помню, как мы жрали всякие растения, типа цветы, вот это внутри, вот эти. Это называлось кашка. Это акация цвела. Не, я не только про акацию. Акацию всякую хавали, пацаны, через вишни находили, вишни, как в Майнкрафте, бегали, просто собирали все. Да, да, мы кулаками вот так хуярили по дубу, собирали блоки. Сейчас мы подойдем в самое любимое мое место. Мой любимый магазин, в котором я с удовольствием проводил часы в своем детстве. Вот оно место моей мечты. Фистинг 2. Е. Мы идем учиться, ебать. Ой, а помните мой видос про яйцекрутку? И как я посрал за одну секундочку? Ребята, помните? Вот он, вырезка. Я расскажу вам историю про то, как я посрал за одну секунду. Дело было так. После школы мы с братом и другом Андрюхой пошли к турникам. Один из турников был с кривой перекладиной, и мы ходили к нему мутить яйцекрутку. Так вот, яйцекрутка происходила вот здесь. Вот так вот. Вот, собственно, это и есть школа. Жесть, я так вырос, Ну, вряд ли тебя слышно, конечно. Он говорит, жил, какие у тебя воспоминания про школу? Как у тебя? Ну, хуйня, конечно. В общем-то, идем дальше. А тут мне это больше не хуйня. Здесь была вот эта лесенка, по которой лазить надо тут было. Тут были брусья, тут еще что-то было. Здесь просто был клевый внутренний дворик, как для зэков. Здесь можно было и побегать, и покурить. Почему развалилась школа? Потому что здесь рос тополь. Тополя, короче, росли. А они очень хорошо влагу высасывают. А у нас город славится тем, что у нас очень мощные грунтовые воды. И, короче, срубили, короче, тополя, и вода поднялась и сместила фундамент. И это одно. И плюс они все окна заменили на евроокна, абсолютно все. И тем самым тоже расходили прочность. И вот, собственно, кусочек пирога у нас отрезан. Хочу пироженку теперь. Пойдем теперь в место, где обитают пироженки. Это фистинг, ребятки. Всем советую. Школьный большой стадион, который был всегда по большому счету заброшен. Здесь меня не было типа лет 10. О, смотрите, блогер, ой, блогер, смотрите. Блогер, ребят. А, меня фоткаешь? А вот здесь мы еще дротиками друг в друга кидались с Андрюхой. О, кот, черный кот. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. У нас тут президент страны технику пиарит, смотрите, кто я. Не знаю, как называются эти цветы, но мы всегда вырывали у них вот эти штучки. Это что, это нектарные штуки? Да фу, не хавай, мы же богатые. Нам не надо жрать траву, чувак. Ребята, задонатить на вкус, да никак. Сосисками их покормим. Купили сосисочки. На. Хочешь? Будешь? Ну что, как тебе? Все, это мои пальцы. Ты меня, блин, зубами поцарапала, понимаешь? До свидания. Все. Наши собаки теперь. Мы приручили, как в Майнкрафте. А это фонтан, охуенный фонтан. А это птица, охуенная птица. А, капец, да, я тут тысячу лет не был. Короче, кек. Вот здесь вот стоит. Я не уверен, оно не оно. В любом случае, вот здесь на. Хочу пройтись вот здесь. Что ты, нюхай бабру. Я создан, чтобы приносить радость. Какой жуткий незнайка. Конечно, его выгнали из общины с таким-то ебалом. Давай, как в детстве, ебать. Паркур!
Жесть! Мистер, вы куда? Гражданин? Опа! Ясно вам, атеисты. Ни хера вы в детстве умудрялись вот отсюда допрыгнуть вообще? А мы прыгали и допрыгивали раньше. Но однажды я сломал себе пятку. И больше приключения не звали меня тут прыгать. Меня тоже вела дорога паркура. Но потом я сломал себе пятку. Залезай, пассажир. Ой, блядь, я сломал тебе телефон. Вот нормально. Это поезд, по которому мы ходили, лазали. 100 000 раз здесь были у нас и догонялки, и прятки. И это, по сути, первый поезд, который я увидел в своей жизни. Мы залезали вот сюда, в этот дымоход, и в один раз я там почти застрял. Выглядишь как педофил. Слушай, а эта срань крутится, подожди. Да если она крутится, блядь, я здесь остаюсь. Жесть, весь мир кружится. Так, все, хватит с меня. Я почувствовал себя. Дождь идет, камера мокнет. А что дождь-то? А дождь, стой, остановись. А я под зонтиком. А Ярос будет вызывать молнию сейчас. О, КГ поднимается в рай. Так вместо тебя видно просто черный силуэт. Я прошел спецназ. Вот вы спрашиваете, как стать ютубером? Вот так вот. Я готов защищать планету. От хорошего контента. У нас с каждого свои бои, блин. Вот эта вот фотка вообще реально чисто Советский Союз. А, это мы? Батя, да. Да, это мы. Там же забор разъебанный такой. Пиздец, мы в аквапарке, ебать ты дрыщ. Это вот это? Ебать, я гол! Это вот я сейчас. Это вот мы, вот 200 килограммовых, блядь, бивни. 200 килограмм, 200 килограмм смотрит на себя в детстве. Ну, это не мы со старшим братом стоим. И это, кстати, я родился блондином. Охренеть, у тебя лицо, конечно, тупорылое. Руди за геймс. О, это лунопарк. Кстати, вот в это место мы сейчас отправимся. Там точно в этом же месте сейчас тоже лунопарк. Вау, да это же то самое место, где мы фотографировались. Самый грустный лунопарк, который можно было бы увидеть. Сладковато, тир, батут и губка Боб. И дети. ВДЛЛПС МОПГШЦ. ОПГ? А вот тут раньше на вот этой стене я собирал всяких гусениц. Тут больше всего гусениц было, я их постоянно ждал. Ой, ждал, ловил. Жду я сейчас одну только гусеницу под именем Руди. Лягушечка. Я думал, это камушек. Камушки не умеют прыгать, Рос. Ладно, не буду ее трогать. Пошел нахуй! Бежим. Смотрите, самоубийца идет в дикую природу. Теленка гладить. Котики. Я обожаю котов. В принципе, что ты любите котов? Мы купили жвачку, а тут есть вкладыши. Это миньон с пистолетами. Ха-ха, хуйня. Вот они мы сидим. Камеру вырубай. Нет. А вот в этом парке, на этих лавочках, мы бухали после выпускного. Точнее, на выпускном. Колоночка. Вот с таких колоночек мы воду набирали. Вообще у нас типа они повыше были. Водопровода, и мы реально таскали воду в ведро. А вот здесь, где мод, здесь были там еще компы. И здесь на компах мы сидели по 50 копеек за час платили. Но нам было 5 лет тогда. Также компы были вот потом, мы перекочевали оттуда, вот за этим зданием, там два здания вперед. Там тоже были компы. И там мы проводили, блядь, большую часть своего времени. Вот мы пришли к заброшенной, видимо, школе. Да, или спортивная школа. Возможно, да. Мы как настоящий Дима Масленников сейчас проберемся в заброшенную. Давай, что нас ждет здесь? Как мы проберемся? Ой, дверь. Я надеюсь, мы сейчас тут не найдем никакое, сука, место преступления. Блин. А давай, типа, как Дима Масленников, бояться. А я сюда еще добавлю эффект, типа, ночная съемка. Жесть! Сейчас провалилась. Блять, ну вообще, кстати, опасненько, честно говоря. Ладно, я тогда буду искать здесь сокровища, а ты иди стрей. Я твой идол. Еще один димедрол. Что такое димедрол? А что за димедрол? Я не знаю. Это наркота? Да, тут, короче, наркоманы тусили. Вон шприцы же, блять.
Вот это все бело-красные упаковки. Вот это все, чуваки, это димедрол. Вот димедрол. Так, ладно, давай по-братски срать и пофоткаемся. Мы находимся здесь уже минуты 4. Мне очень страшно, кажется, мы застряли здесь. Мы стоим в одной и той же точке очень долго. Я еще никогда не стоял так долго в одном месте. Это для наркоманов, если слишком много вколоть, то будет типа кайф. Ребята, тут слишком много кайфа. Я не смогу отсюда, я не справлюсь. Это была просто заброшенная типа спортивная школа, которая... Ну, во-первых, в нее нельзя было зайти тупо через дверь, а во-вторых, там что-то страшное. Жесть, как страшно. Как же выбраться отсюда? Блин, выбор. Куда бежать, ага? Куда? Тут призраки. Стрелочка ведет сюда, в темноту. Давай в темноту. Боже, ребята, я чувствую себя Димой Масленниковым. Куда мы нахуй забрели? Ребята, тут стрёмно реально. Вот дай сюда зайду. Ребята, мы пиздец в какой-то заброшке, где даже нет света. Сзади дверь открыта. Мы не знаем, как отсюда выбраться, ребята. Кажется, нам пизда. Да. Кажется, надо выбираться. Блин, жесть, тут так жутко и темно. Я не видел солнечного света уже месяц. Спасибо за освещение, ничего не видно. Я не знаю, как мы без фонарей справимся здесь. Очень темно, Ярос, ты куда? Пошел вам. Ярос, ты куда? Мы должны выбраться из этой психбольницы. Спасибо, что не бросил меня, друг. Спасибо, что не бросил меня. Боже, друг, ты куда? Встречайте, Хоакин Пеннис в фильме «Джокер». Вот здесь мы покупали петарды. Всегда петарды. Кто? Новобужанины. Ребята, блин, привет всем. В этом городишке жил, родился Rudy's Games. Короче, кек.